общем, зашел я в магазинчик, взял себе холодного чая, называется Улонг Ти, без сахара, какой-то тайский чай, стоит 25 бат, 300 миллиграмм, холодники, прямо из холодильничка. И взял манго стоит 90 бат, тропический фрукт, очень полезный продукт Таиланда, манго. И зашел немножко охладиться в магазин, постоять под кондиционером, потому что жара невыносимая, где-то плюс 30 градусов по Цельсию. Зашел в магазин, немножко охладился. А в России наоборот, зимой заходишь в магазин, чтобы согреться, потому что на улице холодно. Бывает, ну, в Москве там минус 20, там минус 25. Куда-нибудь зайдешь там в торговый центр с друзьями погреться, а здесь наоборот, заходишь в магазин, чтобы охладиться. Ладно, друзья, у меня долгий путь, надо преодолеть 12 километров до Равай-Бич. Так скажем, свою миссию выполнить волонтерскую, благотворительную, как хотите, так и назовите им это, мою миссию, мое задание. Вот так вот, друзья. Идти сейчас нужно все время прямо и не ошибешься. Тут дорога как бы прямо идет, не идти далеко. Посмотрел по карте, если идти 4 километра в час, то за 3 часа можно пройти, но по такой жаре, конечно, очень жестко, жестоко. Все, пойду я, короче. А то нужно целый день идти, не дойти. Пойдемте, друзья.